Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатаруашакипасиндубевача Патитананг Павуни Бхавашнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Бачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидеввай Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Шатто Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Ветаттихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Хачанда Маничатая Бисвуриджита Кумапигабабадушвадарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадика Майкада Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Абадату Санкиртанайка Питару Камала Ятакшу Вишамбару Диджабару Югадхарма Палу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушо Бадане Лакшми Джаша Чабакшаси Джасьясте Хидая Самбид Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Твам бхакти йогу парибхавита хиссаро жуасасе шутекшита патанунахат пумшам жад жад дхият уругая вибхавайати таттад бапу пранаясе садану грахайо Твам бхакти йогу парибхавита хиссаро жуасасе шутекшита патанунахат пумшам жад жад дхият уругая вибхавайати таттадвапу пранаясе садану грахайо. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал: мы крошечные дживатмы, мы настолько малы, что сложно представить. Так как же мы можем прийти в контакт с Бхагаваном? Шрила Прабхупада говорит, что мы настолько бесконечно малы, что как возможно для нас достигнуть Бригу Чайтанья, достигнуть Господа. Существует лишь один путь, при помощи которого мы сможем сделать это. Шабда Брахман — это необычный звук. Он нисходит из трансцендентного мира. В этом мире повсюду господствует материальный звук. Он зарождается здесь и тут же умирает. But apraakita jagat sound, apraakita sabda brahma is coming from apraakita jagat. Трансцендентный же звук исходит с мира трансцендентного и соединяет нас с ним. И именно благодаря ему мы можем войти в контакт с миром трансцендентным. Суть в том, что мы настолько малы, что не сможем прийти сейчас в этой форме в непосредственный контакт с Господом, поскольку от Господа исходит сияние, которое мы не способны вынести, выдержать. Все равно, что если бы мы сейчас отправились на Солнце. Прабхупад объясняет, мы чувствуем себя комфортно, когда Солнце находится от нас на комфортной дистанции. Если бы Солнце чуть больше отдалилось от Земли, весь существование живых существ на Земле прекратилось бы. Точно так же то же самое произошло бы, если бы Солнце находилось ближе, чем оно есть сейчас. Таким образом, жизнь на Земле существует лишь благодаря тому, что Солнце находится на подходящей дистанции. Then we still we cannot. That's why Bhava speaking, we need some adjustment. We need some adjustment with the Supreme Lord. Именно поэтому Прабхупада говорит, что нам необходимо. How we can get adjusted with the Supreme Lord? Because we don't know. Что напрямую мы не можем войти в контакт с Господом. Но как мы можем войти в контакт? Как же мы можем войти в контакт с тем, кого никогда не видели и кого не можем увидеть?
И при всем при этом мы не знаем, каковы наши отношения, отношения, которые соединяют нас с Господом. Нам понятны отношения с нашими родителями, детьми, женой, мужем. Хотя на самом деле, если подумать здравым умом, у нас нет ни с кем отношений в этом мире. Все, что окружает нас, это моя. Да, живя здесь, мы вынуждены устанавливать родственные отношения. Однако, какие бы отношения ни существовали в материальном мире, все они организованы моей. Все титулы, то есть все обозначения, материальные обозначения созданы Майей, и мы вынуждены верить в них. Я ученый. Я вынужден верить в это утверждение, поскольку такова сила Майя, которой я не могу противостоять. Но что удивительно, наши отношения с Господом вечны. При всем при этом мы не способны осознать их. Наши отношения с Бхагаваном вечны. Если бы даже мы захотели прервать их, мы не смогли бы сделать этого. Материальные отношения же длятся короткий промежуток времени. Допустим, вы женились на девушке. Стоит вопрос, как долго она будет вашей женой? Если подсчитать, возможно, 30-45 лет, может быть, 60, но спустя эти годы кто-нибудь из вас оставит тело. Да, в этот период времени, пока вы женаты, вы воспринимаете ее как свою жену. Но наступит день, когда эти отношения прекратятся. Даже если мы не хотим этого, если мы захотим оборвать отношения с Господом, мы не сможем сделать этого. Поскольку они вечны. Что означает баджан? Баджан прежде всего означает, что мы осознаем свое положение. Мы должны осознать свое положение. А затем необходимо осознать свою сварупу. Я сейчас говорю не о ситха-сварупе, а о сварупе. То есть о том отождествлении себя, где очевидны ваши отношения с Господом. То есть все, все, о чем, все, что необходимо, прежде всего, это осознать, что мои, у меня есть отношения с Бхагаванами, они вечны. Вот это и есть сваруп ситхи. Когда вы должны осознать, что у вас есть отношения с Господом, и что Кришна — ваш самый близкий друг, единственный друг. Гуру Вайшнава Бхагаван является одной единой татвой. Бхагаван, Нам, Дхама,
параферналии, при помощи которых совершает служение Господу, все это одна татва. Но мы видим их отличными друг от друга, раздельно. В Шримад Бхагаватам Махапуране есть шлока. Который говорит об этом, доказывает то, что Адвайя Гьяна Татва едина. То есть Адвайя Гьяна Татва устанавливает полное единство, и в то же время говорит о том, что в Бхагаване Бхагаван полон разнообразия. Это есть Ачинтья Беда Беда Татва. Разнообразие в единстве, единство в разнообразии. Точно так же, как джива. С одной, то есть она не отлична от Господа, и в то же время она отлична, то есть она представляет собой отдельную дживатму. Мы дживатмы, татастха шакти. Шакти и шакти ман. Верховный Господь, который обладает шакти, не отличен от Шактиман Пуруш, который обладает бесчисленными шакти, и сама шакти не отличен друг от друга. Такова Ачинтья Беда Беда Татва. Итак, если мы хотим совершать баджан, прежде всего мы должны осознать свои отношения с Гуру Девом. Если вы не сможете осознать Гуру Татву, вы не сможете осознать Кришна Татву. Вы сможете прогрессировать, если примите прибежище Шабда Брахмы. Бхагаван прекрасно знает, что обусловленная крошечная дживатма не способна прийти в непосредственный контакт с ним. Ведь Бхагаван Хари Ананта, Хари Рупа Ананда, то есть он бесконечно велик. Именно поэтому по своей беспричинной милости Бхагаван устраивает все таким образом, чтобы дживатма получила возможность узнать о нем, обрести служение ему. И как же это осуществляется? При помощи того, что Бхагаван посылает своего личного, близкого слугу сюда, к нам, в материальный мир. Он принимает облик, подобный нам, то есть человеческий облик, и помогает дживатме достигнуть Бхагавана, достигнуть вечное служение Бхагавану. Прежде всего, Бхагаван приходит в этот мир как Гуру Вайшнавы, но также и как Шастра.
Веда, Веданта, Упанишады, Бхагаватам. Это одна из инкарнаций Бхагавана. Все шастры являются инкарнацией Бхагавана. Итак, прежде всего, первое проявление Господа — это Гуру и Вайшнава, второе — это шастры. Гуру и Вайшнава очень важны, поскольку если бы были шастры, но не было Гуру и Вайшнав, мы не смогли бы понять шастры. Также Бхагаван приходит в этот мир как трансцендентный звук, а Пракрита — Шабда Брама. А Гуру и Вайшнава являются источником этого трансцендентного звука в материальном мире. То есть через них в этом мире проявляется трансцендентный звук. И именно благодаря им мы можем услышать этот самый трансцендентный звук. Если бы не они, у нас не было бы такой возможности. Таким образом, Бхагаван делает все так, чтобы у обусловленной души, несмотря на ее, казалось бы, безнадежное положение, был шанс прийти к нему. Господь приходит сюда не только в образе вайшнав, но и в образе, не только как вайшнавы, как шастры, как Шабда Брама, но и как Дхама. Вам может казаться, что вы можете повторить Кришна точно так же, как Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Дайтамадава Госвами Махарадж, Мадхавендра Пурипад. Но на самом деле между их повторением и повторением нашим огромная пропасть. Когда Мадхавендра Пурипад произносил эти слова, вызывал к Вриндавану. Хотя мы и не видим этого, но Вриндаван уже присутствовал в его словах. И сам Нанданандана Шри Кришна. Но мы, нам это непонятно, мы этого не понимаем. Обычные люди также могут произносить святые имена, но их сердца нечисты. Также Бхагаван приходит в этот мир как врата. Сегодня мы начинаем следование Картика Враты. Вспомните, во время Пурушоттама Враты я говорил о том, как Кришна сам заявляет, что он и есть Пурушоттама Врата. Он, более того, он говорит, Пурушоттама Врата больше, чем я. Итак, Бхагаван приходит сюда как враты, то есть дни, когда мы можем... Особо милостивые дни, особо милостивое время, когда мы можем достигнуть Господа. Картика Врата не отлична от Бхагавана. Еще одно из имен Картика Враты — это Дамодар Врата и Урджа Врата, то есть Дамодар и Урджешвари — это Радхарани. Таким образом, Бхагаван приходит в этот мир в образе Картика Враты и других врат для того, чтобы дать нам редчайшую возможность достигнуть его. Говорится, что одной враты более чем достаточно, чтобы обрести Господа. Но условие в том, что ей необходимо следовать по-настоящему. Мы в это поверить не можем. И это и есть главное препятствие. Как
когда мы начинаем сомневаться, мы совершаем шаг назад. В Гите сказано, что если у вас есть сомнения по поводу гуру, чистого преданного, чистых преданных, дхамы и так далее, вам придется рождаться вновь и вновь. Вы так и не сможете достигнуть успеха. Если нет стопроцентной веры в игры Господа, в святую Дхаму, вайшнавов, в любой момент можно пасть. Сегодня я начал с очень важной шлоки. Бхагаван проявляется в сердце преданного в соответствии с его настроением, с настроением преданного. Допустим, преданный поклоняется Господу, как Дваракадиша Кришне, или как Прохлад совершает Баджан Нрисингхадеву. И Господь является такому преданному в соответствии с его настроением. Не бывает так, что преданный поклоняется Нададанарши Кришне, а в конце концов получает Даршан Нрисингхадева. Хотя я хотел бы привести в пример историю Мирабаи. Наверняка вы слышали о ней. Всю жизнь она пела этот киртан, в котором говорится: «Моя единственная любовь — это Гиридхари Лал. Моя единственная поддержка, смысл моей жизни». Кто же такой Гиридхари Лал? Это Кришна, который держит холм Гавардхана на своем мизинце. И всю свою жизнь она пела этот киртан, танцевала в киртанах. Но когда она покинула этот мир, она не смогла встретиться с Кришной. Она действительно обладала любовью Кришне, но так и не смогла достигнуть его. Достигнуть Нанда Шри Кришну. Она смогла достигнуть лишь Дваракадиша Кришна. Почему? Потому что достигнуть Нанда Шри Кришну можно лишь поклоняясь Шримати Радхарани и Гопи. Только под их руководством, под руководством Браджаваси, возможно совершать баджан поклонения Нанда Шри Кришне. Но ее совершенно не интересовало это. Она не поклонялась Радхарани и Гопи, поклонялась лишь Нанда Шри Кришне. Поэтому, когда в конце жизни она действительно обрела ситхи, но достигла не Нанда Шри Кришну, а Дваракадиша Кришну. Так вот, если вы совершите такую же ошибку, я не могу нести за это ответственность. И то, что я говорю вам, то, что я говорю вам, это основа. В соответствии с желанием вашего сердца, Бхагаван явится вам. То есть в соответствии с тем настроением, в котором вы поклоняетесь ему, он придет к вам. Но не совершайте ту же ошибку, что совершила Мирабай.
разные шастры прославляют Картикаврату и другие враты. Есть те, кто считает невозможным следование Чатурмасе врате и пренебрегают ей. Они говорят, для нас это слишком сложно. В таком случае вы не сможете получить Крипу Бхагавана. Если вы пойдете по простому пути, то есть имеется в виду, когда, например, перед экзаменом студенты идут, книжные магазины покупают ответы на экзаменационные вопросы, где весь материал изложен вкратце. Вряд ли они смогут хорошо сдать экзамен. Так вот, мы должны следовать наставлениям шастр. Есть те, кто говорят, я Рупаноба Бхакта, зачем мне Чатурмасе? Зачем мне следовать ей? Ведь Чатурмасе относится к Вайди Маргу. Итак, все мы должны следовать Чатурмасе Врате. Ведь сам Гуранга Махапрабху делал это, он показывает нам тем самым пример. Преданные с Навадвипы, Шантипура, приходили в Пурушоттама Кшетру встретиться с Чайтанья Махапрабху, быть вместе с ним на протяжении 4 месяцев Чатурмасе. Они приходили туда, чтобы совершать бхаджан подле Верховного Господа. И чтобы следовать врате. Нам кажется, что врата — это определенный пост. Вовремя выйти из поста, вовремя начать его. Не пить молоко, когда запрещено, не должны пить йогурт, когда... В тот месяц, когда на него запрет. Но на самом деле это, да, это хорошо, это правило, им следует подчиняться. Однако это не является главным во врате. Главное — это упавас. Упа означает «рядом». Находиться рядом с Бхагаваном. То есть упавас сам по себе не подразумевает один лишь пост. К примеру, поститься на Экадыше и то есть ничего не есть, и весь день спать, по 14-15 часов спать. Прабхупад, к примеру, говорил, что лучше примите прасад 1-2 раза в день и с полными силами совершайте служение. Врата, прежде всего, это слушать харикатху и киртан. Да, вы, если вы можете, поститесь. Если вы не можете, тогда примите фрукты. Итак, Шриман Махапрабху сам следовал Чатурмасе врате. В Чайтанья Чаритамрите описывается, как когда Махапрабху отправился в Южную Индию, на Чатурмасе он пришел в Шриранган. Это священное место, где божество Ранганатха. Там он встретился с Венката Бхатой, Гопал. Бхата Госвами происходит из их семьи. И на протяжении 4 месяцев он жил в их доме. Assemble there in Purushottam all 4 months.
А в другие годы он проводил Чатурмасию в обществе преданных с Майпура и Шантипура. В Шримад Бхагаватам 87 главе, в 10 песне говорится: что Бхагаван отдыхает на протяжении 4 месяцев. Но, конечно же, он отдыхает не так, как мы. Мы, наш отдых — это сон, это тамагуна. Но Бхагаван не погружается в тамагуну, он лишь сконцентрирован на йога-майе и находится в медитации с полузакрытыми глазами. Упанишады, Веды молятся Бхагавану в это время. Шрути, Смрити, Пураны молятся Бхагавану на протяжении 4 месяцев. И правило таково, что мы должны на протяжении этого времени совершать харинама санкиртану безостановочно. Постоянно должны звучать харикатха, харикиртан. Это благодаря этому мы сможем обрести большое благо. И если мы не воспользуемся этим, этой возможностью, то упустим золотой шанс. Поэтому вся наша Гуру Варга, Шридхар Госвами Махарадж, Бхактипрананда Пури Госвами Махарадж, Мадхва Госвами Махарадж в совершенстве очень строго следовали Чатурмасе Врате. Они как минимум по 4 раза воспевали славу Бхагавана в течение дня. То есть по 4 раза, в 4 раза в день, как минимум, они говорили харикатху. Если мы будем пренебрегать харикатхой и киртаной, вся врата будет бессмысленна, даже если мы будем поститься. Шрила Нараджи Махарадж в первой главе Шримад Бхагаватам говорит Ясадеве о своей предыдущей жизни, о том, как он во время Чатурмасия получил общение с саду из разных мест, о том, как они остановились в их доме и на протяжении целых 4 месяцев он находился в их обществе, и этого времени было достаточно, чтобы достигнуть совершенства. Я сейчас говорю о садна-ситхе Нараде. И в течение Чатурмасия Врата у нас есть замечательная возможность получить общение с различными, со многими вайшнавами. Как это было во время читания Махапрабху, все преданные собирались вместе. Итак, это
То есть Чатурмасия, Чатурмасия Врата — это золотая возможность для нас. В течение Чатурмасия Врата Махапрабху слушал Шримад Бхагаватам от Гададхара Пандиты в Тота Гопинатхе. Somebody speaking in Kartik Vrata. Kartik Vrata is a part of Chaturmasya Vrata. Kartika Vrata является частью Чатурмасия Враты. If you are going to ignore all, you know, Shravan, Bhadra, Чатурмасия состоит из Шравана, Картики и других двух месяцев. И неправильно выделять один из этих месяцев. То есть имеется в виду, мы должны выражать почтение каждому месяцу. Некоторые говорят, что если вы будете следовать Картике и не следовать все Чатурмасия Врате, то этого будет достаточно. Но это неправильное суждение. Такая врата не будет полноценной. Такая Чатурмасия Врата не будет полноценной. From then onward, you can go on. You can go on relating your bhajan with astojam. С 3:30 с 4 необходимо начинать. Как, нужно свой день сопоставить с. Because now at present, even the morning time, there is some. То есть на протяжении дня во время картики необходимо совершать яма-киртан. Но вайшнавы говорят, что часто это невозможно. Шишидар Госвами Махарадж говорил, что это... Шакеша Госвами Махарадж говорил, что... И Бхактивинода Такур также много раз говорил, что обусловленная душа не может погружаться в аштакали-лилу. То есть не может... читать о ней, говорить о ней. Они сказали, нет, этого делать не нужно. Аштакали лилу затрагивать обусловленная душа не должна. Потому что если она будет погружаться в нее, велика возможность неправильно понять ее, и это приведет к падению. Поэтому лучше для обусловленной души постоянно воспевать святые имена и слушать Харикатху. Харикатху, которая даст возможность со временем обрести квалификацию, которая позволит им приблизиться к этой возвышенной лиле, раса лиле. Кто-то может возразить, но почему же Парикшит Махарадж слушал Расалилу? Парикшит Махарадж Махабхагавата, о нем, то есть четыре раза описано в Шримад Бхагаватам. Первый раз в гороскопе об этом говорили, есть упоминание в его, то есть когда Муни и Риши говорили о его гороскопе, они отметили, что там есть все знаки, все указания на то, что он является Махабхагаватой. И затем еще три указания на протяжении Шримад Бхагаватам. Однако существует три уровня Махабхагаваты. Первая, вторая, третья. Still after that,
top category Mahabharata, they are interested about rasatattva. First point. И даже если вайшнава достиг третьего уровня Махабхагаваты, мы должны задаться вопросом, испытывает ли он влечение к расататве. И даже если в его сердце расататва бьет ключом, то есть его сердце наполнено расататвой, все равно мы должны задать вопрос, какого рода это раса? Свакия или паракия? Хорошо, Парикшит Махарадж был Махабхагаватой. Но почему же все-таки он мог слушать Расалилу, которая является, выше которой нет ничего. Да. Для него это было возможным. Почему? Благодаря Шукадеве Госвами. Допустим, я достиг какого-то уровня, но, конечно же, я не, и, ну, но, к примеру, я еще не настолько возвышен, как мой гуру. Но я смогу передать милость моего гуру тем, кто приходит ко мне. Итак, наша Гуруварга говорит, что большинство из представителей нашей Гуруварги говорит, что не каждый может вникать в Расалилу. Они говорят, пусть они лучше, больше и больше повторяют Панчататву, имена Панчататвы, имена Харинам. Да, три лак чаще всего невозможно, но хотя бы лак, ну даже хотя бы один лак. Хотя бы. Слышите, я говорю «хотя бы». Если вы сможете сконцентрироваться на Харинаме, получите милость Харинама, тогда прочитать один лак Харинама максимум займет 5 часов. А Сидда Махатма, они меньше, чем за час способны повторить один лак. Они настолько сконцентрированы. Когда вы Харинам начинаете повторять, у вас постоянно ум куда-то убегает. Но умы преданных полностью сконцентрированы, и когда они повторяют, они совершают парикраму по враджадхаме. Сложно поверить, но они действительно посещают, находятся непосредственно там, в святой Дхаме, когда повторяют святые имена. Хотя физически могут там не находиться. Они совершают парикраму по Гавардхану, Ратта Кунди и так далее. тысяч минут можно повторить за 50 минут. В таком случае, если вы полностью сконцентрированы, я знаю, что вам в это сложно поверить, но наступит день, когда вы поверите. Так вот, как минимум повторяйте один лак святых имен. Это наставление читания Махапрабху. Однажды Бхана Госвами Махарадж, Бхактисиддханта Бхана Госвами Махарадж пришел к Прабхупаде и сказал, он втайне пришел, то есть он сделал это лично,
и сказал: «Мое сердце устремлено в сокровенный Баджан Радхи Кришне, в их сокровенные лилы». И Прабхупад очень хорошо видел и чувствовал сердце Шрилы Махараджа, и поэтому он дал ему, показал ему путь, по которому он должен пойти. Он указал на две книги, которые тот должен читать. Он говорил: читай их, и затем повторяй, повторяй. А затем приходи вновь, и мы обсудим то, что ты осознал. Таким образом, Прабхупад, Шрила Прабхупад дал эту редкую возможность, пролил эту редкую милость на Шрила Бона Госвами Махараджа. Да простит меня Прабхупад, я, возможно, не должен говорить о таких сокровенных темах, но я лишь дам намек на это. Итак, Прабхупад вокруг Радха Кунды построил кунды. Вокруг Радха Кунды, то есть кунды, лалиты, вишакхи и так далее. И Шрила Бон Госвами Махарадж воочию увидел лилу, которая связана с этими кундами. Прабхупад говорил, что это наша высшая цель, это наша конечная цель. Игры Радхи Кришны — наша конечная цель. Но мы не должны, словно обезьяны, запрыгивать на верхушку дерева. Это постепенный процесс, при помощи которого со временем вы сможете достигнуть уровня, с которого станете квалифицированы погрузиться в эти возвышеннейшие лилы. И Чатурмасья Врата предоставляет нам редчайшую возможность такого, совершить такой прогресс. Знали ли вы, что Гаджендра Мокша, то есть освобождение слона Гаджендры, произошло во время Картики? Вся лила Гаджендры полна веданты. То есть сам Гаджендра от себя не говорил ни слова. То есть через него идет повествование шастр, веданты. Прежде Гаджендра был Индрадюмна Махараджем. Не тот Индрадюмна Махарадж, который в Нилачала Кшетре. Другой. Так или иначе, будучи царем, он совершал оскорбление неосознанно. Он оскорбил одного риши. То есть он совершал баджан, и в это время пришел риши. И вместо того, чтобы встать, как подобает, чтобы поприветствовать саду, он не встал. И этот саду, этот риши проклял Индрадюмна Махараджа. Он родился как девал риши. А, простите. Like
А другой крокодил в этой лиле, это в прошлой жизни был Гандхарв, который подшучивал над саду, которые совершали баджан, хватая их в ногах за ноги. И его саду проклял стать крокодилом. Итак, кто-то из вайшнав утверждает, что мы должны обсуждать Гаджендра Мокшу, кто-то говорит, что Шримад Бхагаватам. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, как следовать Картика Враты, братья. Если мы сможем следовать Картика Врате в совершенстве, каждый день мы должны петь Дамодараштакам. Утром и вечером нужно с ги предлагать, то есть предлагать прадип, то есть предлагать огонек, лампадку с ги. А необходимо ее подносить и облакам, чтобы вечером предлагать небу, что тем самым удовлетворить Бхагавана. Но на самом деле, если вы погрузитесь в харинам и в харикатху, в этом нет необходимости. Вы уже своей деятельностью удовлетворите Господа. У меня вот, например, нет времени на это. Тарон Прабху делает это. Но ги должно быть чистым, не оскверненное ги. Ягью, которую я проводил в новом месте недавно, 6 футов был огонь. Это рекорд. Никогда ни одной яги я не видел, чтобы огонь был настолько высоким. Потому что ги был очень чистым. От одного преданного с Матхуры, с Матхуры привезли чистейшие ги. И когда я предложил его, полубоги были очень рады. На фотографии посмотрите, можете увидеть. Что важно, важно на протяжении Чатурмасья Враты избегать асатсанги. Но это маловероятно в нашей ситуации. Именно из-за этого мы и не прогрессируем. Ниям Сева Врата означает четкое расписание, по которому необходимо совершать поклонение Господу. То есть сегодня вы должны принять обет, когда вы будете предлагать лампадку, сколько харинама вы будете повторять, когда вы будете петь киртан и во сколько будете принимать прасад, сколько раз в день. То есть вы должны дать обет и какой прасад, чтобы этот прасад ваш, если вы будете объедаться, если вы будете есть много ги, то жирную пищу, то вы будете чувствовать себя уставшим, не будет бодрости. Итак, в Картика Врата нужно есть легкий прасад, харинам на определенной асане, то есть на асане в определенном месте всегда, то есть повторять.
вставать надо рано утром, в 3 или в 3.30. Затем принять омовение, одеть чистую одежду и начинать повторение харинама. Делать это каждый день. Во время повторения харинама, прежде всего, необходимо сосредоточиться на лотосных стопах Гурудева. Если я вам сразу скажу, думать о Радхакунде и Шьямакунде вряд ли получится. Лучше всего, прежде всего, сконцентрироваться на лотосных стопах Шри Гуру. Прабхупад часто говорил, что лотосные стопы Шри Гуру — это трансцендентная, прозрачная среда, при помощи которой мы можем увидеть трансцендентный мир. Гурудева — это Вани Сваруп, и при его помощи, при помощи трансцендентных наставлений, мы можем увидеть трансцендентный мир. Если мы станем пренебрегать Гуру и Вайшнавами, не будем обращаться к ним за помощью, мы так и не сможем увидеть трансцендентный мир. Как те, кто плохо видят, они не могут видеть без очков, но как только оденут очки, все становится четким и ясным. Они способны, значит, обретают способность видеть. Таким образом, мы должны заручиться помощью гуру и вайшнавов, и при их помощи стараться совершать свой баджан. Сейчас Махарадж описывает расписание ям, то есть те, кто следует Нияма Киртана. Они начинают в 4, примерно в 4 утра, когда поет первую яму, затем в 6, и так на протяжении дня. В обидное время они памятуют, как Кришна отправляется утром, как Кришна отправляется пасти коров, затем в обидное время, как он возвращается, затем после полуденной игры Радхи и Кришны, затем то, как Кришна отправляется в лес, а Радхарани рвет цветы на Кусума Саровар. Сароваре, вы знаете это место? Это огромное озеро. Большое озеро. Недалеко от автобусной станции Говардхана. Затем Радхарани поклоняется Сурья Нарайане Бхагавану. То есть очень-очень много лил. Происходит на... описывается в этих ямах. Описывается то, как Радха и Кришна, как мама Яшода встречает Кришну вечером, как вечером Браджаваси собираются и смотрят различные выступления, смотрят на выступления танцоров и так далее. Затем Кришна и Баларам отправляются отдыхать, каждый в свою комнату. Затем Кришна покидает свою кровать и отправляется совершать свои ночные лилы. И именно их мы сейчас не должны обсуждать. Нам это не подобает делать. I mean, we'll have to take center of Sabda Brahman.
Итак, мы должны принять прибежище Шабда Брамы. Описывается, что это главная суть всего процесса. Прежде всего, необходимо осознать, то есть, прежде всего, необходимо слушать, и затем, благодаря слушанию, мы сможем увидеть, не наоборот. Такова особенность трансцендентного мира. Прежде всего, необходимо прибегнуть к помощи шраванам, задействовать свои уши в слушании. Если вы не сможете слушать, вы не сможете видеть. Материальными глазами невозможно увидеть что-то большее, чем мочу и испражнения материального мира. Чтобы увидеть трансцендентное, необходимо слушание. Слушание Шабда Брамана. И этот трансцендентный звук можно услышать лишь из уст чистых преданных. Многие преданные спрашивали Прабхупаду: «Вы постоянно запрещаете ходить нам в брачный...» То есть вы часто говорите, что нам не следует ходить туда-то, туда-то, туда-то. Почему он говорил так? Потому что у Прабхупады был апракрита даршан. Он мог видеть, кто есть сахаджия, куда ходить не следует. И он предостерегал своих учеников. А ученики считали, что Прабхупада так строг, необоснованно, возможно. Прабхупада говорил, что если вы так хотите пойти куда-то, вы должны идти хотя бы туда, где нет нама-апаратхи. Но имейте в виду, что отсутствие нама-апаратхи — это еще не есть харикатха. Отсутствие нама-апаратхи — это первая ступень. То есть, если я не совершаю, то я могу, у меня есть право говорить харикатху. Так Прабхупад, то есть, дал первый, то есть, основоположный критерий, по которому можно определить, стоит ли слушать в том или ином месте от того или иного спикера. Отсутствие нама-апаратхи. Если же вы будете слушать там, где совершается нама-апаратха, то вы будете деградировать. Тот, кто не утвердился в Шротапанте, то есть имеется в виду, мы можем слушать харикатху только от того, кто находится в неразрывной связи с Гуру Парампарой. В течение всей Чатурмаса Враты нужно избегать асатсанги. Если будет асатсанга, будет движение назад. Когда Махапрабху отправился в паломничество по Южной Индии, на протяжении всего пути Махапрабху воспевал святые имена. Но когда он только зашел в Южную Индию, он начал петь эти слова, петь это. Почему?
То есть на протяжении всего пути Махапрабху воспевал Харинам, но как только он зашел в Южную Индию, он начал петь это. Рама Рагава. Здесь указание не на Баларама, и речь идет не о Балараме, а о Рамачандре, о сыне Дашаратхи Махараджа. Так почему же он вдруг ни с того ни с сего начал воспевать имена Рамачандры? Пахиман. Пахимам означает «защити меня». Преданные обычно не просят Бхагавана защитить их тело. Даже помните, Гаджендра говорит в своей молитве: «Бхагаван, я молюсь тебе не о защите материального тела. Я слон, что мне с этим слониным телом делать? Я молюсь тебе, молю тебя о другом. Я прошу тебя защитить не мое материальное тело». Я молю тебя защитить мою атму, мой дух, мою душу. Я сейчас нахожусь в ловушке тела слона. Освободи меня из нее. И, конечно же, Махапрабху не просил защитить его тело от внешних опасностей. Нет, речь идет о другом. На самом деле, Южная Индия была полна Майвади. И, войдя туда, Махапрабху начал молить Господа, молить Рамачандру Кешаву, защитить его от влияния Майвади. Это урок для нас. Каково заключение из вышесказанного? Мы должны развить вайрагию. Вас могут пугать эти слова? Отречение. Просто говорить о нем, но не так легко применить его в своей жизни. Махапрабху показал нам вайрагию на своей жизни, показал нам пример. Если разделить вайрагию, слово вайрагия на две части, получится вигатарак, что означает потерю влечения к материальным вещам. Это первое объяснение, первое значение. Отсутствие влечения к материальным вещам. Второе значение. Я развиваю влечение к лотосным стопам Господа. Это тоже вайрагия. И на самом деле оба эти критерия тесно связаны друг с другом. Если я развиваю влечение к Господу, естественно, я теряю влечение к материальным вещам. Вспомните, с чего сегодня я начал. Прежде чем приступить к баджану, вы должны осознать, кто вы. Осознать свою сварупу. То есть, что вы являетесь вечным слугой Кришны. Как это сделал Парикшит Махарадж? Несмотря на то, что он был Махабхагаватой, описано, что прежде всего он осознал, что он вечный слуга Кришны.
Если я сейчас начну говорить вам, откажитесь от этого, оставьте это, откажитесь от того, от этого, вам будет очень сложно сделать это. На самом деле, вайрагия это связать все, что окружает вас, с Кришной. То есть все отнести, отдать Ему. И, казалось бы, это так просто, но на самом деле это совершенно не так. Об этом просто говорить, но не так просто следовать этому. То есть речь идет о том, что чтобы все, что бы вы ни делали, все, о чем бы вы ни говорили, сколько бы вы ни зарабатывали, свои отношения с женой, все, что у вас есть, абсолютно все, связать с Кришна-бхаджаном. Тогда даже живя семейной жизнью дома, вы сможете совершать настоящий Кришна-бхаджан. Читание Махапрабху учит нас, что нет необходимости убивать наши органы чувств. То есть, если мои глаза хотят наслаждаться материей, не значит, что нужно их выколоть. Да, Биломан такой сделал так, он выколол глаза, но это был скорее исключительный случай. Нам не нужно ни выкалывать глаза, ни отрезать себе уши или руки. Нам нужно найти другое решение ситуации. То есть мы должны задействовать все, что у нас есть в служении Кришне. Вспомните лилу с читанием Махапрабху. Я рассказывал в прошлый раз о том, что читание Махапрабху вместе со своими друзьями, с преданными, играл в реке. Они плавали, забавлялись. Это и был баджан. Они брызгались, смеялись. Но это был баджан. Нам может показаться это странным, потому что мы не понимаем полного значения этого слова, что есть подлинный баджан. Баджан означает удовлетворить Бхагавана. Если мой сон, когда я сплю, доставляет удовлетворение Господу, это и есть баджан. Если я буду плавать, и Господь будет счастлив от этого, я должен делать это, потому что это и есть баджан. То есть нигде во всем Гаудия Баджане, то есть в Гаудия Баджане нет такого предписания, что необходимо то есть как-то удалить свои органы чувств, победить их тем, что вы удалите их. Нет, вы должны задействовать их, найти им правильное применение. Даже бывает так, что кто-то играет на мриданге, и это может не доставлять удовольствия Господу. Примерно 24 года назад я совершал поклонение Дауджи во Вриндаване. И часто по вечерам я ходил на даршан в различные храмы Вриндавана. И в одном из храмов Гокулананды, в храме Гокулананды, я каждый раз видел одного старого человека. Он с трудом сидел, согнувшись, и сидел в углу и пел киртан. Но его киртан не был мелодичным, но он настолько затрагивал сердце.
То есть он сидел со склоненной головой в полном смирении. То есть, знаете, когда вам стыдно, вы не можете поднять глаза. То есть вам стыдно, и вы опускаете голову. И вот он точно в таком же настроении сидел и пел каждый день. Я чувствовал, что в нем полное сознание ничтожности, своей ничтожности. И никто на него не обращал внимания. Все приходили, получали даршана, даже не смотрели на этого старика. Но я, по милости Господа, привлекся его киртаном. Люди приходили, болтали друг с другом, уходили. А этот человек в углу не прекращая совершал киртан. И сейчас, вот спустя столько времени, я на 100% уверен, что свой киртан он совершал для того, чтобы удовлетворить Гокулананда. Я уверен в этом. По милости Гуруварги я осознаю это. Наш Кришнадас Бабаджи Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, они, то есть как они пели. Шридхар Госвами Махарадж, к примеру, не был киртанией, но как он пел? Он пел так, что киртан проникал в сердце, глубоко в сердце. Наш киртан, наша харикатха, что бы мы ни делали, не нужно выкалывать глаза, чтобы не любоваться красивыми женщинами. Нужно правильно задействовать их, сделать так, чтобы каждое наше действие стало баджаном. Если вы достигнете успеха в этом, я гарантирую, сидя на вьясасане, я не могу врать. Я гарантирую, что уже в этой жизни вы достигнете успеха. Вы достигнете нашей цели. Без осознания не может быть харикатхи. То есть не получится. Харикатха — это будет простая лекция. Лекция сродни лекциям ученых. Сухая философия. На сегодня я хочу остановиться, потому что время подходит к концу. Через час я должен начать харикатху на Бенгале. И хоть я не хочу останавливаться, я вынужден сделать это. С завтрашнего дня мы будем говорить о последнем